Всем привет! Вы на канале «Дома как дома». Меня зовут Лилия, и сегодня мы с вами приготовим кардес-гювеч. Это просто изумительная горячая закуска с креветками, овощами и большим количеством сливочного масла. Вот продукты, которые нам понадобятся. Если вам неудобно читать здесь, я оставлю подробно все в описании. Креветки можно брать очищенные, но если у вас такие, как у меня, в панцире, нужно их почистить. Для начала отделяем голову, потом раскрываем панцирь креветки, стараясь дойти до самого хвостика, иначе, когда вы будете пытаться вытянуть креветку из панциря, хвостик может оторваться. И, сделав неглубокий надрез вдоль спинки креветки, удаляем все продукты жизнедеятельности, отправляем в мисочку и в конце промоем. Теперь можно переходить к нарезке овощей. Овощи нарезать мелко не стоит, чтобы они не потеряли свою форму при тушении. Кстати, количество овощей вы можете варьировать для своего блюда. Уменьшить количество перцев или использовать только один вид. Добавить больше томата или грибов. Грибы нарезаем также не мелко. Если они у вас небольшие, то достаточно на две части. Немножко побольше, которые нарезаем на 4. И переходим к приготовлению самого блюда. В разогретую сковороду вливаем небольшое количество растительного масла и кладем довольно весомый кусочек сливочного, грамм 50. После того, как масло растопится, добавляем лук. Лук мы немножко припускаем, не нужно его зажаривать, и сразу же можно добавить грибочки. Минут через 5 добавляем смесь перцев и также перемешивая, обжариваем около 5-7 минут. Добавляем томаты. И столовую ложку томатной пасты. Если, конечно же, у вас летние сочные красные помидоры, это делать совсем не обязательно, потому что наши томаты и так придадут цвет блюду. Но в зимний период без томатной пасты не обойтись. Когда ваши овощи уже стали довольно мягкими, можно добавлять креветки. Сразу же отправляем и чеснок. Обжарив 2-3 минуты, добавляем 50 грамм сливочного масла. Именно сейчас у нас должна появляться наша вкусная, аппетитная юшечка, которую отдадут нам овощи в процессе обжаривания. Они уже напитаны сливочным маслом и поэтому с удовольствием смогут отдать нам свои вкусные соки. Добавляем приправы. У меня это паприка, черный перец и немного красного перца. Вот посмотрите, сколько юшечки у нас выделилось. Солим блюдо в самом конце. Это делаем для того, чтобы креветки не стали жесткими. И теперь подготовим блюдо для запекания в духовом шкафу. Я взяла два специальных горшочка для гювеча. Если у вас таковых нет, вы можете взять любую посуду, которая подходит для духовки, и оформить свое блюдо в ней. Вы можете это делать порционно, сделать на одном большом блюде, это не важно. Но так как я взяла два гювеча, поэтому я покажу вам два варианта подачи этого блюда.
первом варианте у нас будет гювеч с запеченной сырной корочкой. Второй же вариант будет с расплавленным сыром. Сыра добавляйте то количество, которое желаете видеть в своем гювече. Накрываем его фольгой. И минут 15 они у нас проведут в духовке. Посмотрите, как аппетитно они шкварчат. Гювеч можно разогревать, так что вы можете приготовить его заранее и к приходу гостей просто разогреть. Ну и еще при таком большом выходе это блюдо можно назвать даже бюджетным. Так что пробуйте, угощайте гостей, друзей, знакомых, делитесь этим видео, обязательно поставьте лайк, если вам понравилось, и напишите комментарий. Я буду благодарна вам за любую активность на моем канале. Очень приятно получать обратную связь, а я стараюсь для вас выпускать видео каждые 2-3 дня. Так что, если кто не подписан, подписывайтесь, у нас здесь только проверенные рецепты. Благодарю вас за просмотр, до новых встреч!